Привет, друзья! Сегодня хотел поделиться своим экспериментом приготовления курицы. Итак, взял я 1,5 курицы, нарезал ее кусочками, далее добавил приправу для курицы, все это делал в отдельной таре, потом добавил 2 зубчика, больших зубчика чеснока, можно в принципе и 3. Потом взял помидоры, ну где-то с полкилограмма, может быть чуть-чуть больше, порезал мелко, и все это дело тоже добавил в курицу. И порезал 2 больших яблока. Все это дело у меня постояло, пропиталось. Выложил все на вот такой вот противень. И поставлю в духовку на 50 минут при температуре 180 градусов. А потом чуть-чуть поджарю еще минут 10 на гриле. Думаю, что получится очень вкусно. До этого я рецепт такого не видел и не готовил, в принципе, просто решил попробовать. Вот как-то так. Наша курочка приготовилась, вся наша семья ее уже попробовала, получилось очень-очень вкусно. Вкус получился такой кисленький, сочный, чем-то напоминает, наверное, утку даже с яблоками, но с помидорами, честно говоря, даже гораздо вкуснее вышло. Немного не хватает остроты, но по вкусу, в принципе, можно к этой курице добавить перца, и все будет нормально. Так что пробуйте, готовьте. Всем приятного аппетита, всем до новых встреч!